можем перейти к прениям. Нет возражений? Нет возражений. Нет. Ну, в крайнем порядке слушаем выступление. Раньше тоже Лютеров представляет карьеру, полагается приговор к изменению по его должности, в том числе и с неверным отражением даты наступления 40-летнего возраста несовершеннолетнего ребенка. При этом довод апелляционных жалоб фактически направлен на иную между судом первой инстанции оценки доказательств, полагая, что вопреки указанным доводам виновность осужденных полностью подтверждена исследованными доказательствами, которые положены в основу приговора. Выводы суда в должной мере мотивированы приговором. Оснований для его изменения либо отмены по доводам апелляционных жалоб не имеется. Нарушение процессуального закона не допущено. Священ полагает, что доводы апелляционных жалоб удовлетворения не подлежат. Мое уголовное преследование началось 3 апреля 2017 года. Именно в тот день Аверкин Юрий Алексеевич написал на меня заявление по факту о получении мной денежных средств. Считаю, что действия Аверкина и Чейкина 3 апреля 2017 года носили провокационный характер, поскольку было совсем непонятно, за какое такое покровительство в апреле 2017 года Аверкин в рамках следственного эксперимента хотел передать мне денежные средства. Договоры с конца 2016 года с индивидуальным предпринимателем Аверкиным МФЦ уже расторгло. Я 9 месяцев фактически не осуществляла контроль за деятельностью многофункционального центра. Он об этом достоверно знал. И, соответственно, возникает вопрос, за что вообще 11 апреля 2017 года господин Аверкин пытался вместе с господином Чейкиным передать мне денежные средства в рамках следственного эксперимента. Только спустя время все становится ясно и понятно, что происходило. Спустя 2,5 года, то есть 3 года, это следственный эксперимент закончился тем, что возбудили уголовное дело по факту. Заявление было написано в отношении меня, а дело возбудили по факту. Какому факту? Все следственные действия проходили в отношении меня. Спустя год это дело прекратили за отсутствием событий преступления. Передали материалы дела в следственный комитет. Дальше в ходе следствия и уже на стадии судебного разбирательства нам стало ясно, и тому имеется подтверждение в материалах уголовного дела, значит, что Чейкин и Аверкин являются хорошими близкими друзьями, проживают под одной крышей, совместно распивают алкогольные напитки. У них не только личные дружественные отношения, но и выгодные финансово-экономические отношения для сотрудника ФСБ, бывшего, я добавлю, бывшего сотрудника ФСБ Чейкина, потому что он уволен из органов ФСБ. Так, за 3 месяца до проведения в отношении меня оперативного эксперимента между Чейкиным и Аверкиным был совершен договор купли-продажи Ford Explorer за 200 тысяч рублей. Впоследствии, спустя год, господин Аверкин и Чейкин заключают договор купли-продажи дома за 6 миллионов рублей. Кадастровая стоимость данного дома 7,5 миллионов рублей. И мы все прекрасно понимаем, что кадастровая стоимость никак не может быть ниже рыночной. А у них получилось наоборот, то есть рыночная стоимость почему-то ниже кадастровой. У него там ограда у дома только на 1,5 миллиона. Фотография имеется в материалах уголовного дела. Далее потом еще одна сделка совершается между господином Аверкиным, то есть заявителем по уголовному делу, и инициатором моего уголовного преследования, господином Чейкиным. Аверкин передает ему по договору купли-продажи автомобиль BMW стоимостью 1 миллион рублей. И возникает вопрос, почему все свое имущество за годы моего уголовного преследования господин Чейкин получил от господина Аверкина и не поставил об этом в известность свое руководство. Когда мы проходили первый судебный процесс у судьи Тихоновой, Склемин вызвал Чейкина в качестве свидетеля. И он, будучи предупрежден об уголовной ответственности, вот так стоял и нагло врал, что он имеет служебное отношение с Аверкиным и что у него никаких финансово-экономических сделок не было. Это имеется в протоколе, это имеется на аудиозаписи. После этого я достала все документы, подтверждающие его финансово-экономические отношения с господином Аверкиным. У нас 3 свидетеля.
как его, Карамелева, Баутина, Коновалов, 4, и бывшая сожительница Аверкина. Принесла в значит, суд целый фотоархив их совместных распитий алкогольных напитков. Я полагаю, что здесь нарушен не только федеральный закон о противодействии коррупции со стороны Чейткина при расследовании уголовного дела. И я прошу суд дать этому оценку. Не отмахнуться и сказать, да, напишите прям вот мне в приговоре, судя по тому, что он будет у вас обвинителем. Да, так можно. Можно пить водку вместе, ездить по баням, получить, совершать сделки с заявителем, не ставить об этом в руководство, приходить в суд, врать суду о том, что у тебя отсутствуют какие-либо препятствия для того, чтобы ты проводила все эти мероприятия в отношении. Так и напишите нам тогда, в конце концов, что уж. Мне даже больше всего позиция прокуратуры удивила. То есть, когда прокуратура узнала о том, что значит, у Чейткина с Аверкиным в суде у Тихонова имеются сделки финансово-экономического характера, что сделала прокуратура? Ничего. То есть она пошла обжаловать мой обвинительный оправдательный приговор, а значит, проверку нарушения закона о противодействии коррупции прокуратура не инициировала. Мне пришлось самой идти в управление собственной безопасности и писать заявление. По результатам этой проверки господин Чейткин был всего лишь навсего уволен. Понимаете, он работает сейчас в дицентре. Начальником там по безопасности или еще что. Всего лишь уволен, понимаете, всего лишь. Я говорю, объясните мне, пожалуйста, как это так могло произойти? Почему по заниженной стоимости были переданы по документам? А господа Жать Тимошок вообще говорит, что он денежные средства эти и не передавал Аверкину. Возникает вопрос, за что? За что? За что можно передать дом за 6 миллионов, если у него кадастровая стоимость 7,5? За что можно автомобиль BMW передать за 1 миллион? Вот вы меня взяточницей обозвали. Я так понимаю, что хотите дальше обзывать. Но у меня этого нет. У меня этого нет, просто нет, нет. И более того, удивительно, то есть мы приходим во второй процесс, Склёмин знает о том, что в отношении него проходит проверка, и он тащит давать в отношении меня показания этого сотрудника ФСБ, который себя полностью дискредитировал, полностью. Ну, простите, а господин Ермолаев пишет в приговоре в обвинительном, что у него нет оснований меня оговаривать. Нормально, да? У него есть основания для уголовного преследования. Вот так вот, по-хорошему-то, да? Наверное. Дальше. Я вообще, честно говоря, это не понимаю, как вы будете утверждать обвинительный приговор, который вынес Ермолаев. Три прокурора. Зампрокурор города Саратова. Прокурор города Саратова. Зампрокурор области Минеев. Первый раз, когда дело направляли для утверждения обвинительного заключения, написали черным по белому. В материалах уголовного дела отсутствуют объективные доказательства, простите, получения денежных средств Кузнецова Ларис Юрьевна. Они у вас откуда появились-то, господин прокурор? Откуда они у вас появились? Вы собираетесь мне приговор вынести на основе предположений, что ли? У вас даже само обвинение сформулировало каким образом? Вы простите меня, пожалуйста. Да так можно каждого посадить. В неустановленное время, в неустановленном месте, в последующем получила и неизвестно куда потратила. Да так каждого можно посадить, вы понимаете или нет? У вас не доказано главное событие преступления, о чем вам написала Тихонова Анна Анатольевна. Дай Бог ей здоровье. У вас не доказано это. Просто каким образом можно защищаться от такого обвинения, вы скажите мне, пожалуйста. Каким образом? Не установлено время, не установлено Лариса место, Анатолий. Получила куда-то дело. Лариса Анатольевна. Юрьевна, я была с утра. Да, прошу прощения. Ну, извините, пожалуйста, знаете, вот такая информация, значит, вот с порога. Я, честно говоря, просто в шоке просто вот от происходящего. Вы извините меня, у меня нервы сдают. 6 лет уголовного преследования. Это, извините меня, не мамы небесные. Мне предлагают 6 лет уголовного преследования, 10 лет отсрочки, 10 лет тюрьмы, 50 миллионов штрафа. Не надо мне, не надо мне перерыв, не надо. Не надо, мне уже... Вернитесь к существу. Я по существу и говорю.
Ваши подписи, которые стоят там, о том, что нет объективных доказательств получения денежных средств, они ничего не значат, что ли? Я не знаю, каким образом можно защищаться. Я не знаю просто, каким образом можно защищаться от обвинения, которое предъявлено в неустановленном месте, в неустановленное время в последующем. Я не знаю. Может, и вы в последующем вместе со мной пойдете? В неустановленное время, в неустановленном месте. Юрий, ну вы перестаньте обращаться. А я к кому обращаюсь? Ларис Юрьевна. Что это вообще за, простите меня, за расследование уголовного дела? То есть, когда мне предъявляют спустя, представляете, спустя 3,5 года после возбуждения уголовного дела, когда Чекин получил от Аверкина дом, мне, значит, в конце концов, я говорю, ну вы хоть скажите, когда и где я получил денежные средства, мне предъявляют от Аверкина и от Козлова. Я смотрю, думаю, ну так, подождите, ну как бы Козлов-то я еще видела, а Аверкин вообще, вот. Я приношу паспорт, то есть я увидела дату, которую мне не предъявили, я приношу паспорт в прокуратуру, города Саратова, который подтверждает, что я не могла получать денежные средства лично от Аверкина. Я находилась в другом месте вообще, в городе, там, в Испании, я в отпуске была. Что делает наша доблестная прокуратура и следствие? Это вообще просто. Вы представляете, то есть ты приносишь документ, подтверждающий твое полноценное алиби, говоришь, нет, я не могу, он врет. Вот. Проходит какое-то время, а Веркин вспоминает, что я 4,5 года назад была на самом деле не вот в эти даты, а когда ФСБ пробило, где я была на самом деле, а вот в эти даты. Ваша честь. Я сама про себя, где я была 4,5 года назад, могу восстановить только по документам. Я думаю, что и вы. А вот господин Аверкин, понимаете, знает. Но Тимошок, которая допрашивалась в суде в качестве свидетеля, она дала этому объяснение. Он говорит, мы едем с Аверкиным. А ему Чекин звонит и говорит, о, балбес, Кузнецова-то паспорт принесла. Не те даты назвал. Его вызывает следственный комитет. Он тут вспомнил, да я сама про себя не вспомню, где я была 4,5 года назад, и дает показания. И мне их предъявляют, понимаете? И мне их предъявляют. Это как, это, ну не знаю, вообще, я, честно говоря, нет у меня цензурных выражений, боюсь, меня это накажут. Дальше, значит, по поводу покровительства. Ну, Тихонова-то вынесла совершенно законный приговор. А события, преступлений нет. В моих действиях нет, не было никакого покровительства. Все сотрудники МФЦ, которые были допрошены, ни один из них не дал на меня показания. Сотрудник, заместитель директора Кальшев сказал, значит, что мы вообще не знаем, была знакома Кузнецова с Аверкиным или нет. Личной заинтересованности она не выражала. Сотрудник Гаранина, начальник юридического отдела, сказала, что ни от Кузнецовой, ни от Володькина, это бывший директор МФЦ, указания о перезаключении договоров аренды с господином Аверкиным ей не поступало. Ермолаев каким-то вот чудесным образом все это берет, каким-то образом все это переворачивает, как-то вот это вот все вытаскивает. Этот бывший директор МФЦ, которого я уволила, он говорит, я предполагаю, что, наверное, Кузнецова меня из-за этого уволила. Его следователь спрашивает, а вам Кузнецова лично об этом говорила? Он говорит, нет, не говорила никогда. То есть он предполагает, но забывает совершенно сослаться на то, и в материалах уголовного дела есть акт контрольно-этического комитета, на основании которого он и был уволен. Он себе премию начислял там 300 или 400%, я уже не помню. Только об этом все никто не хочет говорить. Меня на основе предположений здесь предположили, там предположили, получи Кузнецову 10 лет. Дальше. Совершенно были искажены показания, извиняюсь, у меня просто все во рту пересохло, показания свидетелей. Процедуре заключения договоров вопросов никаких нет. Есть решение ФАС, что действия МФЦ носили абсолютно законный характер. По отказу в Петровске, то есть Ермолаев пишет,
покровительство Кузнецовой заключается в том, что она отказала ИП там, не помню уже как, Иванова и так далее и тому подобное. Он что, материал делом не видел? Там всем было отказано, в том числе и Аверкину. В том числе и Аверкину. Потому что собственно совершенно на законных основаниях. Потому что собственник помещения не давал согласия на субаренду. Покровительство. И Аверкину было отказано. Посмотрите материал дела. Договор имеется. Договор по Пугачеву нет. Мне пишут это покровительство. Ничего себе. Ну, ну и опять, знаете, по наказанию. Ну, ну совершенно же дикий приговор. Да, спасибо, что моего ребенка не отправили в детский дом. Но простите меня, пожалуйста, я где возьму 50 миллионов рублей? Вот где я возьму? У меня ничего. В материалах уголовного дела есть все мои доходы. Дом целый, на что я трусы покупала, где я кушала и так далее и тому подобное. Я проработала в правительстве и до этого работала. Я поступила в 2012 году, у меня доход при поступлении в правительство был 120 тысяч рублей. Но я за всю свою жизнь накопила только на одну квартиру, которую вы мне собираетесь тоже конфисковать. Я не Попчихин, у меня нет там две машины, три квартиры, у меня ничего нет вообще, понимаете? У меня кроме квартиры ничего нет вообще, я ни на что не накопила. Я не знаю, каким волшебным образом чекинг так работают. Надо у него поучиться. У меня нет этих денег, понимаете? Нет. Вы мне написали конфискацию. Вы что, она собираетесь из квартиры выкинуть? Второй вопрос. Где я возьму, пожалуйста, 50 миллионов рублей? Ну где нормальный человек? То есть вы предлагаете мне в месяц, 10 лет платить по 450 тысяч рублей. Простите, где я возьму эти деньги? Где? Мне еще ребенка надо содержать, вы понимаете? Вот я хожу в государственный садик, а 13 тысяч отдаю, понимаете? За бесплатное образование. Я не знаю, я просто не понимаю, где я их возьму. И потом еще Ермолаев совсем надо мной посмеялся. То есть после того, как я 10 лет должна отсрочки получить, 10 лет отсидеть, 50 миллионов выплатить, он мне еще говорит, я 8 лет запрещаю тебе Кузнецова государственные должности занимать. Ну это что, ну это вообще... Это совершенно дикий приговор, абсолютно дикий приговор по поводу Козлова. У него не возбуждено уголовное дело, у него отсутствует основной документ постановления о возбуждении уголовного дела в отношении него. То есть вы считаете, что это тоже правильно, хотите легализовать это? Ну следующий этап без предъявления обвинений можно сразу отправлять. Но это, ну абсурд, по срокам, по срокам. Ну вы представляете, меня три года преследовали. Кто дал право им вот так вот приостанавливать и, значит, придумывать надуманные эти основания для этого приостановления сроков следствия? Никто! И вы сам, господин Кобзев, уважаемый судья, ваша честь, в декабре об этом пишет, и все об этом пишут. Почему в отношении меня УПК-то отменили? Я не понимаю, вы поймите. Вот я образованный вроде бы человек, я волнуюсь и так далее и тому подобное. Но я юрист по образованию. Я не понимаю, почему в отношении меня отменили УПК. Я не понимаю это, честно. Почему прокуратура поменяла свою позицию? Ну, наверное, понятно почему, потому что она знает решение. Я еще раз говорю, даже вот говорю по этим штрафам, ну где взять нормальному человеку? Я даже будучи министром таких денег не зарабатывала, в руках не держала, у меня их нет. У меня машины нет, у меня ни земельного участка нет, ничего нет. Посмотрите мои отчеты, у меня их нет, где я их возьму? Почки, наверное, свои продавать на Авито, размещу объявление, продам почку, и что еще мне еще делать? Я не знаю, я даже не знаю, как я буду ребенка содержать все эти годы до тюрьмы, да, когда я не могу даже сейчас официально никуда трудоустроиться, меня не берут никуда, понимаете? А еще 50 миллионов, по 500 тысяч, ну скажите кому-нибудь, по 500 тысяч, даже судьи не могут выплачивать такие расходы. Я извиняюсь за свое эмоциональное выступление, но я, честно говоря, я уж очень надеюсь на вашу совесть, порядочность. Я не знаю, тут уже все понятно, конечно, но не знаю, как вы будете спать после этого. Как все равно слушать выступление? Уважаемый суд, ну, дело действительно...
действительно беспрецедентное. Я, конечно, как адвокат, как профессиональный защитник, не имею права уходить на эмоции, но как бы высказанное моей подзащитной я целиком и полностью понимаю. Потому что по этому делу, вот от процесса к процессу, утрачивается какая-то грань. Мы уже, юристы, перестаем понимать, а что по ОПК можно, а что по ОПК нельзя. Или ОПК вообще можно забыть, но тогда как оцениваются доказательства? Просто есть вещи, когда не просто там, я не знаю, у осужденных, но когда и у адвокатов, и я думаю, у прокуроров, и я думаю, у многих судей, просто подрывается вера в закон. Мы все, и адвокаты, и осужденные, считаем, что обвинительный приговор в отношении моего подзащитного, ну и Лариса Юрьевна тоже, подлежит отмене, соответственно, вынесению оправдательного приговора по всем доводам, которые изложены в обвинении. Кузнецову последним словом представляется. Значит, я рассчитываю только на... Не знаю, на что рассчитываю. Никогда не думала, что, приходя в суд, я буду просить только об одном. Примите законное решение. Законное решение. Просто на основании закона. Понимаете, нас просто выплюнули. Выплюнули за пределы правового поля. Почему? Я не понимаю. Что я кому может лично сделал, я не знаю. Но так не бывает, понимаете, так не бывает. Просто какой-то, даже, я не знаю, так нельзя, понимаете, так нельзя. Вот я 2 марта шла ребенка, увела в садик, понимаете, мне неизвестный ударил по голове. Вы знаете, я даже не пошла в правоохранительные органы, понимаете, писать заявление. Просто очухалась, встала, пошла дальше. Знаете почему? Веры нет. Но нельзя это просто, вот знаете, с недоказанными, абсолютно недоказанными, нет доказательств. Мне никто не предъявил, сказал, вот, Кузнецова, ты держишь деньги, или вот у тебя золотые унитазы. Они когда пришли ко мне с обыском в апреле 2017 года, я подъехала к своей квартире, вы знаете, сколько человек стояло? Человек 17 с камерами. 17 человек с камерами стоял, просто вся площадка была забита. И когда они зашли ко мне в квартиру, господин Чекин, мне кажется, он ужаснулся. Он мне, наверное, хотел материальную помощь предложить, потому что у меня межкомнатных дверей не было, понимаете? У меня в спальне стояла одна кровать, понимаете? Она и сейчас у меня там стоит. И на кухне стол. А вы мне предъявляете обвинение, что я 1 миллион рублей взятки в месяц получала, понимаете? Я их съела, что ли? Или куда, выбросила, что ли? Я на сумасшедшую вроде не похожа, я министром все-таки была, понимаете? Ну так нельзя, понимаете? Просто нельзя. Это просто, ну это... Не знаю, это... Нельзя так делать, понимаете? Нельзя. Скажите, пожалуйста, последним словом. Уважаемый суд, прошу направить дело. Прошу меня оправдать. Все. Суд удаляет для принятия решения. Оглашаются вводные и резолютивные части, полностью изготовлены судебному решению. 9 марта 2023 года, город Саратов, судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда. Заслушал доклад судьи Шувалова, выступление осужденных Кузнецова, Козлова, защитников, адвокатов Сербун, Сдобникова, Васина, поддержавших доводы апелляционных жалоб и дополнение к ним, мнение прокурора Анненко, поддержавших доводы апелляционного представления, определило приговор Октябрьского районного суда города Саратова 31 января 2022 года в отношении Козлова Олега Ивановича изменить, смягчить назначенное Козлову Олегу Ивановичу наказание по части 4 статьи 291.1 УК РФ до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки в размере 32 366 300
1 90 копеек в доход государства. Приговор Октябрьского районного суда города Саратова в отношении Кузнецова Ларисы Юрьевны изменить. Указать в резолютивной части приговора срок отсрочки отбывания назначенного Кузнецовой наказания в виде лишения свободы до достижения Кузнецовой Марии Олеговны 14-летнего возраста. В остальном приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы с дополнениями к ним осужденного Кузнецова и ее защитника адвоката Сергуна, апелляционные жалобы с дополнениями к ним осужденного Козлова и его защитников адвоката Красильникова, Сдобникова, Васильникова, Фадеева без удовлетворения. Козлова Олега Ивановича взять под стражу в зале суда. Для ознакомления с протоколом и звукозаписью судимости необходимо подать соответствующее заявление в течение 3 дней. Судимость дает закончено.